Дорогие девчонки, с днем рождения вас всех! Сегодня каждому из вас я сделала небольшой подарочек в виде вот маленького стихотворения и в виде песенки. Вот, песню не буду петь всю, потому как нас аж 6 человек, и каждому надо песню спеть, и каждому надо прочитать стихотворение. Не обижайтесь. Я вас всех люблю и всех поздравляю, и надеюсь, что мы сегодня проведем хорошее время. Итак, начну с Юли, потому что Юля сейчас в отъезде, поэтому мы ее не забываем, и чтобы не забыть, я ее поставила первой. Итак, с Юлей. С нами, хоть тебя и нет, мы все шлем тебе привет. Сообщи, когда вернешься. Снова вместе соберемся, станем вместе песни петь. И, конечно, дружно есть. И тебе песенка. Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам, а вода по асфальту рекой. И неясно прохожим в этот день непогожий, почему я веселый такой. А я играю на гитаре у прохожих на виду. К сожалению, день рождения только раз в году. К сожалению, день рождения только раз в году. Неля, творческая личность, каждому найдет словечко. Все красиво, симпатично и достойно, и прилично. И, конечно, человечно. Про кузнечика для тебя, дружочек мой. Лай-ла-ла-лай, лай-ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-ла-ла. Маленький кузнечик до полудня спал, с полудня до вечера на скрипице играл. Прилетела, села важная пчела, музыканта худенького слушать начала. Лай-ла-лай-ла-ла-ла-ла-ла, ла-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 ла. Постояв немного и отдав поклон, заиграв на скрипце с листьем в унисон, золотистым кругом света и тепла под зеленым лугом музыка плыла. Лай-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-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 ла. А кузнечик маленький на скрипице играл, будто всем по горсточке счастье раздавал. И не кричал, не плакал, слов не говорил, по зеленой скрипице травиночкой водил. Ла-л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 а. Нила, наша топ-оратор, говорит всегда нам с толком. Не, ну и не нужен генератор. Всегда с толком, всегда громко. Милочка, для тебя. Не гляди назад, не гляди. Просто имена перестань. Спят в твоих глазах, спят дожди. Ты не для меня их оставь. Перевесь подальше ключи. Адрес поменяй, поменяй. А теперь подольше молчи. Это для меня. Мне это все равно, все равно. Я уговорю сам себя, будто все до нас решено, будто все дарует судьба. Только ты не веришь в судьбу, значит, просто выбрось ключи, и я к тебе в окошко войду, а теперь молчи. Ла-ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла. Перевесь подальше ключи, адрес поменяй, поменяй. А теперь подольше молчи, это для меня. Ася, мудрая царица, к ней идем мы за советом. Нам он очень пригодится, пригодится даже летом. Виноградную косточку, теплую землю зарою. И лозу поцелую, и спелые гроздья сорву. И друзей позову, на любовь свое сердце настрою. А иначе зачем на земле этой вечной живу? Собирайтесь-ка, гости, скорее на мое угощение. Говорите мне прямо в глаза, кем пред вами слыву. Царь небесный пошлет мне прощение за прегрешение. А иначе зачем
на земле ты вечной живу. Лера, нежное создание и с открытой душой, дарит всем свое внимание и любви большой-большой. Лерочка, ты у нас нежная, добрая, приятная, красивая, всегда отзывчивая, всегда готовая встретиться с нами. Мы тебя очень уважаем и любим, и очень рады, что ты присоединилась к нашей уже достаточно большой группе. Вот тебе песня. Давайте восклицать, друг другом восхищаться, высокопарных слов не стоит опасаться. Давайте говорить друг другу комплименты, ведь это все любви, счастливые моменты. Светик, Светик, певчая ты птичка, наша милая сестричка, все щебечешь и поешь, людям радость ты несешь. Для тебя песня, небольшой отрывочек. От души играет, так берет аккордеон, сердце замирает. Пусть плывет смолистый дым сквозь густые ветки, будет самым молодым этот вальс навеки, будет самым молодым этот вальс навеки. Так, понятно, что самый лучший бамовский вальс – это для тебя, потому как она нежная, певучая песня. Хорошо, слов немного о себе. Рада видеть вас опять, рада видеть сразу всех. Встреча эта не на все пять. Это время для веселья. Эти встречи – наш успех. Итак, я рада, что мы сегодня встречаемся, и что я все-таки смогла записать хоть как-то это видео, и теперь каждый из вас его получит. Спасибо большое за внимание. Я вас всех-всех люблю, мои любимые подружки.